В Карагандинской области оценивают последствия крупнейшего степного пожара. В основном от огня пострадала степь. Выжжено 35 тысяч гектаров. Но вот сегодня стало известно, что на одной из зимовок сгорело 300 тонн сена. Их фермер заготовил на зиму. Пожар начался в Каркаролинском районе, но затем перекинулся еще и в Павлодарскую область на территории Баянаульского национального парка. Сотни спасателей и волонтеров тушили степь днем и ночью с земли и с воздуха. Жертвой масштабного ЧП стал 33-летний пожарный Хайрат Хали. Он погиб в огне. Сильнейшие ожоги получил один из добровольцев. Он до сих пор в реанимации. В самом Каркаролинском районе продолжают облет территорий. Там следят, чтобы не возникло новых очагов. Степи в этом году покрыло густой и высокой травой из-за большого количества влаги весной. Сейчас же все выжжено дотла. До этого в ДЧС заявляли, что не допустили огонь к селам и хозяйствам. Однако пламя все же добралось до заготовок одного сельчанина. Мы побывали в 11 хозяйствах, которые расположены в этом районе. Был зарегистрирован факт в селе Теректы, где у фермера сгорело 300 тонн сена. Мы увидели это своими глазами. Конечно, это много и тяжело для хозяйства. Мы окажем необходимую помощь.